În ciuda provocărilor, continuă să muncească și să fie lider pe piața din Republica Moldova, exportând nuci în Europa. Este istoria de succes a lui Dumitru Conoval, care deține 120 de hectare de nuci. Fermierul a ales cele mai noi și productive soiuri, precum Chandler, Fernor și Franket. Вот после дождя, после первого дождя, долгожданного дождя, зеленая мембрана начала отходить уже от скорлупы. Новые сорта от старых сортов отличаются тем, что количество, во-первых, количество саженцев на гектар, качество ядра, качество самого ореха и количество орехов на дереве. Они среднерослые, их больше на гектар, и ты начинаешь чувствовать отдачу от сада намного раньше, чем от традиционных старых сортов. Primii pomi au fost sădiți în anul 2000 de către tatălui Dumitru, un soi obișnuit și mai puțin rodnic, Kazaku. Spre deosebire de soiurile noi, care produc 6-7 tone de nuci la hectar, cele vechi au o roadă de doar o tonă la hectar. Это единственный старый сад, поскольку он претерпел определенные изменения в схеме посадки, перепрививки. Мы адаптировались под спрос рынка, то есть что диктует нам рынок, мы на тот сорт и переходим. Мы можем производить такой сорт, да, и иметь евро 50 за килограмм, а можем производить новые сорта, которые просит рынок и иметь 2,50 или 3 евро. Nucii din livezile lui Dumitru sunt crescuți în pepeniere specializate, unde muncesc 14 angajați. Это целая технология. Берется орех, сажается в землю, с ореха вырастает дикий орех. Дикий орех осенью выкапывается, срезается корень, верхушка выбрасывается, и на корень надевается при помощи машинок привой, веточка с определенного сорта. Есть определенное время, когда это прививается, то есть это не когда мы хотим. У нас это февраль, март, апрель. Пепиньера este amplasată pe un teren de 4 hectare. Prețul puieților este stabilit în funcție de vârsta lor. В этом году у нас ожидается, часть саженцев будут заложены в садах Молдовы, часть саженцев уйдут на Украину, уедут, и часть на Румынию. Наш питомник является одним из передовых питомников Республики Молдова. То есть мы находимся в топ-3 питомника в стране. Frații Andrei și Sergiu muncesc în livadă deja de 6 ani. Vara stropesc și curăță puieții, iar toamna și iarna strâng roada și decojesc nucile. Удобно работать неподалеку даже. Мы местные. И нам удобно работать. И я надеюсь, что начальнику тоже удобно, шефу. Один стабил зарплаты, ну не требует много пешехотари. Пентру вяз, пентру трейд, коммунали. La fel ca și alți fermieri, în ultimii ani Dumitru Conoval s-a confruntat cu mai multe probleme generate de criza energetică. Bărbatul a fost nevoit să majoreze prețurile pentru puieți, iar vânzările au scăzut. Вопросы, которые мы поднимали ко всем министрам, которые были по агропромышленности, да? Некоторые вопросы были такие, которые не нуждались в финансировании, а просто нуждались в определенной коррекции. Всегда наш вопрос был отложен. Unele dintre cele mai populare soiuri de nuci din lume este Chandler American și Fernot francez. În registrul de stat al Moldovei sunt înregistrate 14 soiuri de nuci, dintre care cele mai bune sunt Pescianski, Cogălnicianu, Kazaku și Codrene.